сейчас ватой обмажу. Ой, господи, напугают. Давай. Погода повезла. Ага. Ну, вот спроси, сколько они стоят. А в какой цене куколки? Какие именно? Вот эти? Эти 1700, а эти, вот эти 950 домовязок. А это? Сейчас мы туда вернемся. Это 1700. Да. Она ручная работа от и до. Ой, у меня дочка делает такие большие. Я же ты зайчиков взяла. Но она еще дешево продает. Здравствуйте еще раз. Здорово. Красота какая, да? Вообще. Слушай, так это, наверное, не этот, Славск, наверное, да? Что? Это не Славск? Это руками делает. Нет, вот это вот сидит. Славск, вот. Все. Человек сидит руками. Я своими. Понимаю. Но это не со Славска она? Нет, советская. Советская? Тоже вот эти вот штуки делает? Да. Ну-ка, у нас тоже есть. А мы думали, только в Славске. Бля, они здесь занимаются. А вот, что, все а сделано своими руками. Ну, это же тоже так же. А, ты ж не была. Это же мы с Кулаковой были. Они, понимаешь, как там у них радуга. Радуга. У них такой же клуб, как у нас в рукодельнице. И они валяют из этого, из шерсти. Вот это сваленное. Сваленное, да, из шерсти. И потом вот они наносят, она рассказывала. У них было сколько? 20 лет, да? Зачем ты так? Мы там тоже там занимаемся. Кто-то я, кто-то делает побелки, картинки. Мы поехали в Славске, мы такому же клубу радовались 20 лет. Они нас пригласили. Я почему, когда увидела... Да.
Она этим совала бандеровцам. Они ей дали там... Добрый день. Здравствуйте. Хлопчики, значит, видели флаг? И говорят, вон это маленький. Флаг, говорит. Это говорит... Мы обслуживаем, да, в Ленинграде. Тут я занялся,